Страна FM принимает поздравления. Дорогие друзья, у нас сегодня большой праздник. 2 года телерадиоканала Страна FM. И сегодня к нам в гости пришла группа Республика. Я хочу представить вам наших уважаемых и любимых артистов. Сережа, Полина, Галя к нам пришли. И Миша. Спасибо, что позвали, друзья. Наконец-то, наконец-то. Спасибо. Удивление, Миша не спасибо. Тот. Майк Войс. Послушайте, а где Миша ваш? Нам да, интересно. Где же он? Как-то в попыхах вы попросили меня заменить Мишу одного Миша другим. Миша на Мишу поменяли. Он, видимо, покупает дорогой подарок. Вот он наш подарок на двухлетие. Скажите, пожалуйста, друзья, вы меня дарите. Не просто... У нас в 6-станции появился войс, голос. Вот, пожалуйста, подарок. Подарок перемещается обратно. К цветам. Группа «Республика» у нас. Ребята, ну как вы? Как у вас настроение? Как дела? Отличное настроение, праздничное. Мы смотрим эфир ваш уже несколько часов. Круто. Поздравляем вас. Очень спасибо. Рады. Спасибо. Спасибо. И мы рады безумно, что вы к нам пришли. Мы вас любим и обожаем. И знаем, что вы подготовили нам музыкальный подарок. Помимо меня. Да, помимо материального. Михаил. Если я буду петь, это все закончится. Весь марафон прекратится. Я лучше здесь. Мы потанцуем. Хорошая идея. Да? Ну что, готовы? Друзья, мы вам аплодируем. Группа «Республика». Не опускай, не покидай меня. Не исчезай вечности облаков. Взрываясь тысячу искр, мне прямо в сердце летят твои салюты. И я почти уже таю, а может, просто схожу с ума. Розовым цветом и в глазах карта. Но я офлайн. Не буду спать, не выйду в скайп. Прости. Так сладко падать любовь, дрожать, терять контроль. В тебе сгорая. И я почти умираю, а может, просто схожу с ума. Розовым цветом Пика заката, яна и лето, да, не виновата. Розовым цветом Пика заката, яна и лето, да, не виновата. Пришел. Если бы на его месте был я, это бы закончилось совершенно по-другому. Не виновата. С днем рождения, Страна FM! Супер! И еще, видимо, раз будет, смотри. Розовым цветом Пика заката. Яна и лето, да, не виновата. Розовым цветом, 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 цветом. Яна и лето, да, не виновата.
сегодня телерадиоканал «Страна FM», чему мы несказанно рады. Праздник продолжается. Миша, мы тебе рады. Привет. Миша. Привет, «Страна FM». Привет всем. Ты знаешь, есть такая на Руси у нас, знаешь, примета, что ли, не знаю, как это, традиция. Знаешь, кто опаздывает, делает какие-то штрафные действия. Меня ни к чему не призывают, ни в коем случае. Обычно выпивает до дна стакан. Да, бывает и такое. Но у тебя совершенно другая задача. Мы пишем гимн. До тебя здесь писали наши другие гости, которые, соответственно, артисты, были. Артисты, коллеги. Да. Вот кто был вот сейчас вот перед, чтобы «Мусло» гремело всюду? Лёля, правильно. Союз. А до этого кто был? Дмик Джокер. Правильно. А до этого Кокорина Катя и так далее, и так далее. Кокорина. Так вот, опоздал, пиши строку. Что я могу сказать? Тебе команда твоя будет подсказывать. Давай красный, чтобы отличалось. Хорошо. Итак. Смотри, рифма какая-нибудь должна быть. Ваша одна строка заканчивается последняя. Чтоб музло гремело всюду, группа «Республика» должна предложить нам свою строчку. Помогайте, да, Миша. Музло гремело всюду. Можно ты за Мишу строчку придумаешь? Да, нет, есть одна. Долго не думал, а Миша запишет. Давай. Чтоб музло гремело всюду. Я опаздывать не буду. Давай! Пиши! Я опаздывать не буду. Так, ну что, пока Миша пишет, завершает гимн, дорогие друзья, мы говорим вам огромное спасибо. Вы сделали тоже наш день рождения прекрасным. Вот такое спасибо! Республика, огромное вам спасибо. Мы ждем ваши песни, ваши клипы. Скоро увидимся и услышим. Целуем нам сегодня 2 года! А мы продолжаем дальше наш марафон. «Страна FM» принимает поздравления.